В Казанском федеральном университете продолжается раздача продуктовых наборов иностранным и иногородним студентам, оставшимся в общежитиях университета на период самоизоляции. С целью поддержать студентов в это непростое время ректор Ильшат Гафуров поручил организовать акцию по раздаче продуктовых наборов. 14 апреля была организована первая раздача. Мы очень благодарны правительству Республики Татарстан, очень благодарны нашему универу за такую помощь. Ректору, ему отдельное спасибо за такое внимание. Вот. И эта помощь, она действительно весомая. Для нас это очень важно, для тех ребят, кто здесь остался. Вот. Большое спасибо. 19 мая, вот уже в четвертый раз, свои продуктовые наборы получили обитатели общежитий студенческого кампуса в деревне Универсиады. По просьбе ректора Ильшата Гафурова, президент Татарстана Рустам Миниханов включил КФУ в список поддержки нуждающегося населения. В этот раз в коробках с наборами студенты нашли килограмм риса, макароны, подсолнечное масло, сгущенку, 2 килограмма муки, черный чай, вафли, сахар, консервы, конфеты, горох и сухари. Забирают свои продуктовые наборы студенты строго в масках и перчатках, соблюдая дистанцию. Такие меры приняты, чтобы обезопасить как обитателей общежития, так и работников. Конечно, это, безусловно, оказана огромная помощь от университета, и хотелось бы от лица всех студентов выразить огромную благодарность. Вот, это очень нам помогло в такое тяжелое время. А почему тяжелое? Ну, во-первых, из-за карантина у многих ребят очень плохая ситуация с финансами, так как они не могут работать. Вот. Напомним, что ранее ректор Ильшат Гафуров заявил, что раздача продуктовых наборов – это не разовая акция. Она будет продолжаться до окончания режима самоизоляции. Также ректор поручил снизить на 50% стоимость товаров личной гигиены в магазине деревни Универсиады. Все это сделано для того, чтобы поддержать студентов в это непростое время. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.